Добрый день, дорогие друзья. Кто дает нам здоровье? Конечно же, многие люди рождаются здоровыми. И это не их заслуга. Я уверен в том, что очень многое зависит от матери и отца ребенка. Мать вынашивает ребенка. Ее здоровье стоит на первом месте. Примерно 60-65% здоровья ребенку переходит от матери. Но это физически. Остальные 40%, скажем так, 50% переходят от отца. Если родители курят, один из них или оба, если родители употребляют алкоголь, если родители сами болеют, имеют хронические недуги, то здоровье ребенка, который будет рождаться, очень сильно будет зависеть от того, насколько подорвано здоровье одного из родителей. Поэтому важно перед тем, как зачать ребенка, как духовно, так и физически, просить у Бога здоровья для будущего ребенка, или, если это будет двойня, тройня, для будущих детей. Кроме того, конечно же, у Бога есть чудеса. И верующие люди, они знают об этом. Они знают о том, что бывшие наркоманы, которые имели, скажем, цирроз печени или гепатит С, они рожают совершенно здоровых детей по милости Божьей. И это тоже известный факт. Поэтому важно, чтобы как духовно, так и физически и отец, и мать, они были здоровыми. И тогда дети в большей степени, это почти, можно так сказать, по милости Божьей, родятся здоровыми. Необходимо об этом помнить всем и каждому. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.